Уважаемые коллеги, друзья, хочу обратиться к вам напрямую, чтобы развеять все те слухи и домыслы, которые возникают в связи с ситуацией с коронавирусом вокруг ЕТЭПа. Ну, во-первых, надо сказать, что компания функционирует в штатном режиме, газ поставляется республике, заправки функционируют, площадка в Кызылсыре также находится в рабочем состоянии. Те сотрудники, которые попали в обсерватор, на данный момент получили рабочие места и могут работать дистанционно. Для того, чтобы держать руку на пульсе, мы создали прямую линию для того, чтобы собирать ваши предложения, пожелания и быть в курсе всех ваших нужд. Часть таких вопросов, как вода и необходимое питание, уже закрыта. Компания организует все необходимое, что нужно для жизни и работы наших сотрудников. Мы просим вас оставаться спокойными. Никто из вас не забыт. И ЕТЭК помнит и ценит каждого своего сотрудника. Хочу подчеркнуть, что ситуация с коронавирусом очень сильно перегрета в СМИ и соцсетях. По сути, он не отличается от обычного ежегодного гриппа, который вы все привыкли видеть. У меня на данный момент нет температуры уже четвертый день, и я чувствую себя отлично. Первичные тесты показали отрицательные результаты для всех тех, кто находится в обсерваторе. И даже среди людей моего близкого окружения есть также отрицательные тесты. Никто из вас не будет урезан в зарплате. Более того, повторюсь еще раз, что мы постараемся обеспечить вас всем необходимым. Прошу вас соблюдать все требования Роспотребнадзора и Минздрава. Мы сами сильно переживаем, но повлиять на ситуацию в моменте не можем. Это мировой недуг. Уверяю вас, что компания дружно переживет этот трудный момент и выйдет из него.